Давайте метаредно играть. Ну, выбираем героя посередине тоже, чтобы все было мид. Варлок. Я вытащил паладина или приста, но варлок так варлок. Ну, здесь что, не так уж и плохо. Я, конечно, Дестлорда не люблю, но не так уж и плохо. И здесь тоже ничего. И здесь хорошо. Да сойдет. Ладно, не самое худшее. Ой, Soulfire нормально. Ну, ё, давай поменяйся. Поменяйся местами быстренько. Вот блин. Так, ну, плохенько, но сойдет, ладно. То же самое. Void Caller. Ну, Сантис Варлоку не актуален. Чё, поиграем? У нас вон демон какие-нибудь есть? Нет, демонов никаких нет. Ой, ой-ой, ай-яй-ой, ой, блин. Вот и ракетница, да, это плохие новости, но приходится брать. Твою ж мать, Картман. Ладно, о, хорошая карта, смотрите. Ну, плохая карта, но две боковых тоже плохие, так что ладно, не жалко. Нормально. Нам демоны нужны, чтобы Void Caller что-то клал. О, паучок, нормально. Ну, конечно, не Йети, но могло быть и хуже. Сойдет и волк. Сифон Сол, завози. Вот демон, будем выставлять с Void Caller. Один трил... Ой, еще демон. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ну ладно, берем демона. Пацаны, что-то помехи какие-то, я включу через минуту. О, демон. Это не демон. Вот демон. Нормально. Второй незер, да ё-моё. Ну что ж, если вы не против, я не буду вести статистику этой арены. Если вы против, я все равно не буду вести статистику этой арены. Что, оставляем Дестлорда? Карта как карта. О, нормалек. Ну что, готовлю мы к Дестлорду размером 2 на 9. Паучок пришел, немножко опоздал. Кстати, давайте я поставлю паучка, и я похилюсь. Даже если он сейчас не качнет жопку, ну, он потратит третий ход, ничего страшного. А если... Короче, я поставил паучка, потому что вместе плюс 4, я могу сейчас раскрыть паучка в любой момент. Я попробую взять побед 5 этой декой. Он, вероятно, не хочет 2-1 убивать. Понимаю. Две карты ушло на Элема. Перерасход, конечно, но я ж варлок. Паук все качается. Привет, лето. Лето. Ну чё, давай. Правда, мы сейчас жутко подставимся через какое-то время под ауеху ближайшую, там типа флеймстрайк. Ауеха типа флеймстрайк.
Да мне сейчас хватит и всем подмогу просто. Обе жопки ушли Деслорду, ему больше всех надо. Ах, мистер 3-1, вот так легко умерли, так дешево. Ну-ка, куда жопки пойдут, смотрим. Так, теперь сюда. Все еще боимся флеймстрайка. Вкусные зомби на арене, пока сложно сказать, но скорее всего не очень. Так, маны на выстрел не осталось. Ну что, там уехать следующим ходом, нужно особо не жопиться. И вероятно там копия. Секрет какой-то. Вероятно, там... А, две стенки, 2-3 у него. Ладно. Неплохо бы сходить. Нет, сходить плохо. Неплохо бы поставить квестера. Но там флеймстрайк. Я пока подожду. Не хочу класть все яйца в одну корзину. Вот тут самый флеймстрайк. Знаменитый флеймстрайк-убийца. Карт там что-то как-то очень уж до хрена. Откуда там столько карт, не пойму. Упс. Это было сейчас обидно. Ну пока у меня летал. Хочешь свое яйцо открыть? 5, 7, 9, 14 ровно. А, вторая стенка, теперь не летал. Черт, черт побери. Придется искать какое-то решение. White Collar. Ну ладно, сойдешь. Так, что тут планировал? Так. Так, чтоб флеймстрайка не бояться. 5-2 оставь, пожалуйста. Спасибо. Приходится тигра открывать и на 2. И еще на 2. Ой, там же я что-то... Блин, я смудил. Я что-то подумал, что этот чувак уже ходил. И конечно, у меня было 2-2 сходить и 5 в лицо. Минус хп. Там бы было уже девяточка. Что-то я поторопился. Так, но он вылупил себе 4-4. Все равно так сейчас не пойдет. Почему это спешка? Летал снова отменяется. Летал переносится по техническим причинам. Давай попробуем объяснить ему, что это нехорошо. Ну,
Это не стул, это кресло, он стоит около 6000. Неплохо. Ты знаешь, очень даже неплохо. Очень неплохо. We sorry. Sorry. Нет, Зотока не было. Ну как не было? Он был, но я его не играл. Но Зоток в порядке. Спасибо за зарядки. На тебе. Уже один раз выиграли. Нормально. Сразу два квеста делаю. Нормально. Разбогатеем. Если 5 побед сделаю, сделаю 2 квеста, 120 голды. Так, как бы нам помулиганиться? Вот так. Классное начало. Вот это и вот это очень мощное начало. Сейчас топором не зарубит. Можем круто ворваться. Фистинг Незер. Да, Фистинг Незер не увидели. Так, только не топор. Давай без глупостей. О! Шикардос. Добавки одного нейтрализа токен друида? Нет, спасибо, зачем? Против жирных стенок там есть сайленс. Какой следующий сабгол? Никакого. Я в ближайшее время не планирую делать сабгол. Никакие вообще. Мне вообще не нравится идея сабголов. Черт, неудобно приходится отдавать. Правда, демона из руки у меня нет, но пусть боится. Он же об этом не знает. Он же не знает, что у меня демона нет. Ну да, тебе нужнее всех, правильно. Это жертва экзекьюта, на самом деле, же быть осторожным. А с другой стороны, как осторожным? Никак, надеяться, что экзекьюта там нет. Ух ты. Какой-то странный вар на катапультах. Может, это горош с катапультами, которые у Мовики были? Ой, ну что же там, ну ладно, не страшно. Жалко демона нет, чтобы поменяться и демона бесплатно. А демона нет, 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 демона нет. Демона меня нет, насяльника. А шельме, по шельме. Шайтанами. Что это за недоразумение? Он так карты себе выпрашивает.
Gul'dan versus Rexxar. Let the hunt begin. Your soul shall be mine. Играем против Ханта. Значит, оставляем. Вот доктора поберем. Да-да, там был летал. Ну, в общем-то, пофигу. Был, не был. Легенда играет. Зуварус. Надо постараться выиграть. Ну, на самом деле, 2-3 победы вначале легко взять, а вот. Ну, хотя бы 5 такой декой. Да дека, должен сказать, не самая худшая собралась. Не самая. Могло быть и гораздо хуже. Там было откровенных невезух, вроде Мурлока 1-1, но, к счастью, пока не приходил. А еще мы взяли за 8 маны стиральные машины. Тоже это не совсем хорошо. Гиена. Но у нас тут комбат-трик. Финт ушами. Собак, давай спускай. Чё смотришь? О, лук. Фак, лук. Ещё и секрет, небось, есть. Ещё, небось, и хантермарка есть. Пришла карта победы. Не, ну это меня не пугает. Против такого у меня есть решение. Надо быстрее всю мелочь отдать и инфернал. Я пока не ставлю импа, потому что хочу сначала инфернал, а потом импа. В обратном порядке это не очень хорошо работает, мне кажется. Пам-пам-пам-пам. Мог бы Незер выбросить под Soulfire. Кабана! Молодец. Это он скоро убьет мою стенку. Но она и так уже карт нормально собрала. И в атаку походила, кабана убила, лук забрала. Столько дел сделала стенка. Ладно, даже если там что-то неприятное вылезет. Блин, вот это вот полный отстой, конечно, что мне нечего поставить. Просто пропущенный ход. Так, Лёва, если я сейчас ставлю гарпию, а он чем-то убивает стенку, идет Левой на гарпию, то я в полной жопе. Правильно? Нет, не совсем правильно. Тут не все так просто. Во-первых, у меня куча рывков, что приближает нас к леталу. А во-вторых, Лев будет 6-1, и я смогу инферналом раздавить. Правда, останутся 2 хмыря, 2-2. Вообще, чем я тут подмогу? Вот 5-9. У меня с большой вероятностью летал будет. Ой, только не кабан. Ой, сейчас он существо вытащит. Вот отстой. И лев убьет гарпию. Ну давай, давай, чё, что смотришь. Да. Да. Ну чего? Чего? Чё надо? Ну, без этого вообще никак. А, он хочет сберечь льва. Он не хочет коцать сильно льва, он кабаном убьет гарпию. Так, считаем. 2, 7, 11 летал. Нормально.
Кыш, кыш от кресла, вон у тебя когти. А, вот ты уже где. Вот, дери когти здесь, давай. Давай, дери когти. Смотрите, Алекстраза раздумывает, чем бы заняться. Вот так она проводит большую часть времени. Она созерцает и размышляет о смысле жизни. Да, Алекстраза? Алекс? 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 Снова отвести Незер. Сколько она весит? Много весит. Я не знаю сколько. Что это такое? Он хочет... Я сейчас поставлю паука, а он возьмет карту. То есть он меня полностью поконтрил, получается, да? Порол меня. Ну ладно, поставим 3-1 в надежде, что он никакую хитрость не припас. А то сейчас шилдец сюда сходил, похилился и все. И плач. Он будет брать карты бесконечные, бесплатно. Ну, бесплатно он пока ничего не взял. Мы у него забрали стенку. Он взял карту, мы забрали стенку. Это нормально. Так, теперь у нас даже есть демоны. Такой и такой. Алекс тяжелее гнома, да, может быть. Боится. Боится, ребята. Боится, значит, уважает. Ну, в атаку сходил как дебил. Он должен был поменяться вот так, чтобы я был вынужден меняться вот так. Но он решил нанести на один хит больше и полностью проиграть стол. Это ход, ну идиотский совершенно. Ну, просто идиотский ход был. Как будто у меня тут 3 хита осталось. У меня же до пару. Нет, 25 вместо 26. Ты что, скучаешь? А ну, иди сюда. Иди сюда, я тебя буду мучить. Чесать тебе пузо. Все, начесалось? Так, давай попробуем пожадничать. Попробуем пожадничать или нет? Или ремоу просто дать? Ладно, дам просто ремоу. Вообще надо выставить мелочь на стол, чтобы было что отдавать по плюс 4. Нет, ребята, зоток я уже весь выиграл. Вообще весь зоток выиграл. Теперь арена. Упс. Так, ну хорошо, ты меня достанешь. Ты мертвого достанешь. Блин, ну боюсь я. А теперь на следующий ход чистим стол. Теперь давим оба окурка двумя ногами. Упс, только не всем по 4. Фух, слава богу. Так, ну хорошо. Кого качать будем? Тебя? Мы, конечно, теряем страховку от Ауехи. Но была бы Ауеха, я думаю, мы бы ее уже увидели. Вероятно, Ауехи просто нет. Вероятно, просто нет. Astra Change. 9 копеек. Бонус сайта Astra Change.
Нормально. Ну, я думаю, это какие-то автоматические операции. Что мне предложили, что я круговерть пустоты взял? Мне предлагали хорошие карты, а я взял круговерть пустоты. Потому что это саб-гол, наш саб-ревард. Я брал карты только посередине. Героя посередине и карты только посередине. Что дали, то и тем и играю. Чем богаты, тем и рады. Так, ну что это за несерьезный какой-то ход? Это летало, нет, случайно? 10, 13, 17. Так, 7, 10, 13, 7. Ну, чисто случайно есть. Совершенно случайно у нас есть летал, и у нас 4-0. Ну, совершенно случайно, ребята. Оно как-то так вышло. Вы запомните этот день, как день, когда капитан Джек Воробей чуть не пропустил летал. Зару, я думаю, я буду жить на острове и попивать коктейли. Отличное начало, между прочим. Паук, волк. Только надо ходить вторым с такой рукой. Чтобы это на первый ход, а это на второй. Ух ты. А у меня есть как раз... Как раз у меня есть паук. Хорошие карты посередине. Ну, на большинство пиков я не жалуюсь. Было несколько неудачных, но большинство очень хорошо. Не, Гаргуля вообще не алё. Гаргуля нас не пугает. Она даже не доживет до хила, она же в начале хода хилится. За 3 маны 1-4, читай, ничего не делает. Вот про победу гнома на зотаке не смешно, я, между прочим, все еще грущу. А, вот это другое дело, 2-5, но все равно тебе не поможет. Извини, друг, но все равно пасьянс не сойдется. Это все под размах, прям оптом. Отдается под размах. Первый размах вытащили. Может быть, там нет второго, может быть. Давайте проверим. Мы сейчас спросим. О, так даже лучше. Нет, демона не будет на тебя. Я же хочу что-то бесплатно поставить, хоть и такого одноманового дрища 0-1, но зато бесплатно. Русский человек за халяву даст любые деньги. Кстати, это ведь демон, да? И значит, я могу прокачать, он будет 5-6. Нормально. Да, карта победы пришла. Так, ну хорошо. Ну, в смысле, плохо. Давай, давай, покажи свой размах. Ну, я надеюсь, что у тебя нет, конечно. Надеюсь, что размаха нет. Как называется аддон для WoW, который сумки объединяет? Их много разных, но у меня конкретно Багнон стоит. Багнон. Баг сумка. Нон, нон. О, у меня комбо-дек-то оказывается. Ё-моё. Ну, если отдаю, я его ставлю без батлкрая. Правильно? Правильно. Чё, нормалды? Хорошая карта. Хороший демон. Вот побольше бы демонов, просто вот этот демон 3-4, он шикарен. А больше демонов и нет.
Вот они больше было бы демонов, которые друг с другом как-то работают, друг друга бафают, и можно было шикарных демонов собирать. А так, этого демона недостаточно, несмотря на то, что он очень крутой. Не, ну это не серьезно. У меня есть специально обученная шальная ракетчица. Она пошалит с тобой. Так, летал у меня тут нет случайно? 13, 14, 19, 23. Извиняйте. Бананев нема. На, пока так. Не, давай так, чтобы все яйца в одну корзину не складывать. Да, дракончик Мурок, слава богу, ни разу не пришел. И потому я выиграю. Как только начнет приходить. Да бывает, бывает, что проигрываешь. Тут главное не грустить и играть снова. Ну давай, ладно. Пять побед. Мы сделали два квеста сразу. Получили награду. Продолжаем разговор. Надо будет на YouTube залить. Даже если три раза сейчас проиграю, все равно очень-очень прикольно. Даже 5-3 такой собранный таким образом дек, это очень круто. Но мы теперь нацелены. Вначале ставил побед. Цель 5 побед, теперь давай 7. Я понимаю, что каждая игра все сложнее, но надо двигаться вперед. Нужны новые горизонты. А я и без топ-дека там убивал, там не переживай насчет топ-дека. Там все было нормально. 3-4 у приста, да, крутая карта. Единственное, что он не помещается вот в совсем старой деке. Ух ты. Ну, все равно. Под него деку нужно корректировать, чтобы были существа, которых он бафнет. Ну давай тебя, ладно. Возможно, ты сейчас качнешь 3-2 и это умрет. Ну ладно, он уже достаточно сделал. Да. К сожалению. Что-то плохая комба, да? Вот это и вот это. Плохая, друзья, комба. Мне придется меняться. Давай, боись, огонь. Молодец. Вот эти демоны очень крутые, но они так вот плохо работают с этими штуками. Раньше я брал вот эти штуки, не брал этих. Теперь я склонен поступать наоборот. Брать вот этих и не брать этих. А вместе они плохи. О-о-о! Баллиста, есть работка. Только не обосрись. Да, был бы я магом, а я точно паладин на 5-0? Как-то он не на 5-0 играет, но может нас сейчас консекрахой порежет, конечно, это будет стрёмно. Консекраха будет стрёмно, спору нет. Ай-яй-яй. Что, демон давай поставим, пока можем. Надо наращивать темп упорки, потому что пароль с существами с атакой 1 можно до утра. Во, нормально. И баллиста стреляет как надо. Все как надо стреляет.
не надо стесняться. Надо сейчас плюс 4 две штучки топ-декнуть и залеталить. Ой-ой-ой, ах ты нехороший. И баллисту мою убивает, вот ты вообще охренел. И как раз на... да ё-моё. Начал сопротивляться. Это очень некрасиво с его стороны, и нам не хватает на эту шнягу. Выкинули главную карту. Ну давай уж тебя, ладно, чё уж там. Все выкинули, все, что было. Все, что наше, что не по сильным трудом. Но ничего, у нас из активов осталась ракетчица, рывок 3-1 и прокачки. И там карта осталась. Блин, он хилится. Какой нехороший. У меня атака на мало, на 9. Одного топ-дека будет недостаточно. Опа! Вот она, карта победы, ребята. Жалко Сайленса нет. Сайленсом я бы его убил. Ну или хит бы оставил. Главная карта. Да ты мертвого утомишь, но все равно у меня летало, если у тебя ничего на гарпию нет. Ну что, друзья, 6-0. Играйте, ребята, арену. Я, короче, исправлю весь свой гайд, я все сотру, все удалю, просто напишу. Берете карты посередине и всех побеждаете. Ну хотя бы 6-0, может не всех, но 6-0 будет. А дальше еще одну победку с киллом и все. Монокурва, хорошие карты, плохие карты, баланс какой-то. Да в жопу, берете средние карты. Перышки, я не говорил, что у него орлок хуже всех вар. Хуже вара, вот этого, ничего нет. Но это вар на 6-0, от него можно ожидать опасности. Больше черных дыр. Я за все партии, за 6 партий не сыграл ни одной черной дыры. Хотя приходили, да. Дырки-то приходили. Блин, вот это вот... неприятно, вот. Ну хорошо, ладно, я отдам тебе волка. Это если сейчас жопку ему не качну. Могу и качнуть жопку. 50 на 50. Волку, волку жопу давай! Молодец. И снова у нас вот это и плюс вот это. Нет, ребята, какая разница, кто за следующую арену лимит. Ну, допустим, вы тут все за. Саламандр 92. Боюсь, это не сработает. Да, после таренки. Не, после таренки надо ранкет поиграть. К паладину прииграться. Ну, я даже особо не расстроен, потому что у меня открылась опция поставить инфернал через пару ходов. Не, ну расстроен, конечно, мог бы и не попасть. Свинья такая. Чё уж тут? С монеты еще что-то. Еще что-то с монеты. Сучка крашеная.
чекнуть Яндекс. Сейчас устрою проверку Яндексу. 48-21. Так, а подпись есть? А подписи нет. Так, где ты тут был? Ага, вот. Вот он ты. Хоба-астронавт. Спасибо. Что у нас тут случилось? Колотуха такая, да? Если ты ее пожертвуешь. Всем подмогу. Так, ну здесь уже чувствуется какой-то челлендж. Здесь уже вар сопротивляется. О, Ника Стэн. Привет, Ника Стэн. И тебе спасибо. Ага, ну все по плану. Ух ты. Все как надо играет. Давай, сходи в атаку и убей сам себя. Нет, не хочешь? Так, хитушки, между прочим, не резиновые. Нужно быть очень осторожным. Очень осторожным надо быть. Возможно, нам скоро Твистинессер понадобится, если он продолжит контролировать стол. Судя копить на Ноксрамос, да? Он, скорее всего, сейчас продамагает и даст экзекьют. Ну, почти наверняка. Угу. Это было довольно очевидно. Блин, как бы нам тут не помереть. Атака на 8, мне сейчас останется 5. Надо стенку ставить. Ставлю гарпию и ставлю стенку. Если он сейчас вывалит кучу существ, то даю Твистин Незер. Морфей, эти вопросы не ко мне. Так, явно не хочет, не желает мне добра. Готов ли я еще немножко подождать? Наверное, еще готов. Или не готов? Нет, не готов. Видите, Твистенезер плох тем, что он очень дорогой, убивает не только чужих, но вообще всех. Но он очень красивый. И он сейчас поставит существо, и я снова обороняюсь. То есть я постоянно играю от обороны. Это очень плохо. Но красивый. Это его единственное достоинство. Два опасных чувака. Стенка, кстати, еще будет очень кстати. Очень кстати будет стенка. Твистинезер у меня в деке 2. Так, новая пушка. Возможно, он сейчас захочет расправиться с моим 3-1 существом бедным. Бедное существо. Существо. Это логично, иначе бы оно расправилось с существом 3-3. Тяжело, но, в общем-то... Шансы есть, боремся. Да что шансы? ХП, конечно, мало. Если он сейчас в лицо-то напихает, то убьет. Но если не напихает, то мы можем
и отмахаться. Да, хрип сработает. Клифф. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, приходится в этого чувака отдаваться. Потому что он 5-3. Хорошо. О, нормально. Нормально. Неприятная штука, я могу стать 5-6, но это нам не поможет. Придется идти на другие меры. Сейчас Гарпия, ой, Суккуба выйдет без штрафа, смотрите. Плюс 4 очень подходит Сайленс. Ты даешь плюс 4, идешь в атаку, твое существо выживает, ты даешь Сайленс, и оно не умирает в конце хода. А еще Гарпи можем сделать 6-5. Только ХП мало, вот что меня пугает. Он сейчас может достать колотуху 5-2 и отфигачить в лицо. Да, то сейчас мурлоки пойдут. Вот как раз вспомнишь пушку, она и придет. И я сейчас не могу взять карту, потому что у него это будет летал. Пока у него долетал, еще 2 хп не хватает. А все, я больше карты не беру. И вот это главное, главный недостаток. То есть вроде как сдоминировали, но хп уже мало. А жаль. Я бы хотел, чтобы хп было много. Но если он сейчас сходит на тигра, можно будет взять еще карту. Где статистика? Статистики нет. Я решил навести статистику для такой арены. Видимо, зря. Так, он решил убить Суккубу. Смотрите, он сначала поставил голема, а потом всем подмогу. Мне кажется, мой оппонент крайне силен. Спасибо, Сидиус. Так, ну ладно, берем карту, что нам еще остается. Самые сильные карты пришли на подмогу. Теперь ты точно испугаешься. Я сейчас не могу брать карту. А, теперь могу. Я теперь могу брать карту, ребята. Только я... Стоп, а у меня летал, да? 6-10, у меня летал. Да, ты Синезер, это жесть. Ха! Блин, что-то я все глянул, там ничего нет. На Киви ничего нет, я все смотрел. Мурлок, ты затащил? Да, черная дыра, две черные дыры. Вар потом будет рассказывать, что ему двумя черными дырами победили. Буказайка. Я так подозреваю, что это русский игрок. Нормально, рука. Отличная комбо. Пиромантер плюс Бладымп. Ну, пиромантер будет просто существом 3-3, очевидно. Он для Митарена была уже. И, ну, как тебе сказать? Как тебе сказать? Мурлок пришел. Ну, тут опасность, если там есть баблер к существу. А, там 2-3, вот что хорошо. Я-то боялся 3-2 баблер,
А у меня же здесь 3-3 баблер. Мурлока мы скинем. Когда дадим этого, скинем Мурлока. То есть, у нас все нормально. Я боялся чувака 3-2, что он 3-2, я 3-3, баблер, и у меня все плохо. А тут... Да нет, 12-0, не, вы чё? Так. Ну, так как стенка у нас 2-8 только. Извините, друзья, но я не возьмусь этой декой. Прямо уверенно играть 12-0. Не, ну всякое может быть, всякое, но... Боюсь, что вот этот чувак нам несколько помешают. Тем более, вон там, видали, какие карты опасные. Опасность на опасности. Как бы мне своего чувака 1-2 так отдать... Ладно, успеем еще отдать. Пока там ожидается антикраха. Если сейчас смогу его защитить, если там не окажется Саленса. О, самого ценного прокачал. Ну все, Мурлок не в опасности. В безопасности Мурлок. Ну слава богу, я уж переживал. Ой. Слишком жирная херня вылезла. Боюсь я бопа. Слишком жирная херня, блин. Так все было бы хорошо, если бы херня была не жирная. Но херня оказалась жирная. Блин, Мурлок, от тебя больше вреда, ты только прокачку оттягиваешь. Если бы прокачку жопы получил вот тот чувак, то он был бы 5-6, и он бы сейчас не отдался. А у нас жопу получил этот чувак. Самых ценных качает. Хороший крепкий бивенек. Надо ремолд за 6 маны поднять. Или прокачку. Да, вот такую прокачку как раз Мурлоку нашлось применение. Мурлок, иди принеси пользу, достал уже. Аркейн Сквайр 1-4. Божественно. Неплохая чувака дека. Теперь нам не хватает плюс 4. Она выживет все равно. Ладно. Прибережем пока. Прокачал баллисту, но уже поздно. Баллиста все равно умрет. Ну, теоретически на Незер есть надежда, чтобы он сейчас вывалит всю руку, я ему Незер дам. Теоретически.
Ого, атака-то на 16, остается 4 хп. А, нет, такие дела. Хорошо, я согласен топ-дек Незер прямо сейчас. Ну, или вот сейчас. Еще рано. Так, на 11. В 12 картах лежат 2 Твисти Незера. Я думаю, проблема будет в том, что у меня просто карты кончатся. Я не смогу ему снять все его хп, он похилился. Я сейчас буду отдавать карты по очень плохому курсу, чтобы справиться с его жиробасами. Потрачу все карты из руки, потом я обнулю стол, но уже карт не будет, чтобы... ХП не будет, кардеки не будет. Скорее всего, все будет так. Я так в лицо? Вероятно. Давай посмотрим, у нас там много топ-деков хороших. 5-2 есть, есть ремувал за 6 маны, есть 2 Твисти Незера. Топ-деков много очень хороших. Прокачка там вторая. Давай. Шансы есть. Неплохо. Так, если я сейчас решаю еще пожевать сопли, что произойдет? У меня будет 10, он токен. Стол пустой. Так, ну вот так мы с тобой убиваем Джарабаса. Join or die. Что так пустой стол, что так пустой стол и волк на столе, да? Только волк на столе. Да, волк, конечно, не самое боевое существо на свете. Поперли. Карты победы. Карты успеха. Ну, видите, как я и говорил, кончаются карты в колоде и хп кончаются. Все это очень жалко. Ой, как больно. Как больно. Не надо. Не бейте, дяденька. Дяденька, не бейте! Какая комба, вы видали? Вы видали комбу, ребята? Это вам не в тапки срать. Блин, я теперь карту не могу взять. Ах ты, пидор. Так, сколько ты будешь? 3-4. То есть умрешь вот так, да? Карту не взять, мне тут, понимаешь.
Мне надо... У меня есть тут ремол за 6 маны, который хилит на 3. Надо его прямо сейчас поднять. Давай, 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 ремувалик. Мы еще можем. Yes, we can. We can win, давай. Ремувал, давай. Ух ты. Нормально. Следующим ходом хитом оставляю. Нет, 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 нет. Нет. Don't kill me. Так, 4 карты. Паук. Ага, вот так, да? Да, вот так. Следующим ходом летал. И сори. Давай, варлок, держись. Хит это не ноль. Ага, он не топ-декнул. Ну, я даже не знаю, дружок. Даже не знаю, но ты старался. Паук, съешь его хп. Фух, жарень. We sorry. Так, а чё демонам бездны идти в атаку, если там стенка 3-3? Чё от этого изменится? Ту-ду-дун. Ту-ду-дун. Гул'дан versus Хантер. Сдоун. О, нормальное начало, только вот, блин. Ход бы второй, чтобы сразу паука, а потом сразу волка. И как бы сразу ловушка такая. Ну ладно. И таксы. Этот голем тут, конечно, не в кассу. Давай, первый дроп мне. Оп, завози первый дроп. Это не завезли. Так, ну хорошо. Паук съест паука. У меня паук побольше, пожирнее. Монету. Ой, там рандомный бист. Не надо. Не надо, медведя. Не надо, медведя. Кабан. Ну, кабан не так уж и страшно. Мне, правда, придется кривого волка класть, чтобы съесть кабана. Стенку страшно, потому что кабан сразу 4 отожрет. Еще что-нибудь и все. Стенке конец. Стенку чуть позже. Вот, блин. Неплохо, неплохо. Достойный ответ Чемберлену. Засчитывается. В лицо? Совсем оборзел. Ну, в общем-то, он абсолютно правильно поступил. Но у меня тут есть такая карта. Чтобы новые собаки поменьше были. Твою мать! Да ну! Да what the fuck? Ну чё, на 4 я готов в лицо получить? На 4 в лицо. Нет, не готов. Не, ну так капец какой-то. Он попал, конечно. На так на шару просто. Так, не беси меня, хмырёныш. Упс, теперь не поставить нашего большого чувачка. Поставим маленького чувачка. Нужен ремувал. Ремувал нужен, ребята. Очень все неловко получается.
want. Одним удачным рандомшотом выиграл. Такой хмырь. Где трапа? Ну, давай проверим морозную трапу. Не морозная. Значит, там 4 дамага при входе. Нет, значит, там редирекшн и всем по 2. Других трап у него не осталось. Редирекшн и всем по 2 там висит. Весь хил, который в колоде был, я вот сейчас поставил на стол. Больше хила нет. Сейчас остается 4 хп. Все, меня убил. А, он не выстрелил. А, не все, у меня хит остается. Не остается. Ой, как же ему фартануло. Я думаю, я, скорее всего, бы выиграл, если бы он не попал. Your soul shall be mine. Так, где наши ранние дропы, я не понял. Такие там всякие 3-2, за одну ману какие-нибудь, чувачки. Ну, это не первый дроп, нет. Привет, Рома, недавно взял последнего золотого героя, решил. Последнего золотого героя? 4500. Ну, хорошо, спасибо, блиншот. Давай завтра подписывайся. Ты задротище проклятый. Кто бы мне взял? Последнего золотого героя? Так, второго дропа у нас тоже нет. Ладно, будем копить карты. О! Все, что есть, все, что нужно есть. Вот, 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 вот. Ну просто на любой вкус. Выбирай, не хочу. Так, ну что, мы отдаем хиллера или лучше туда? Два дамага. Ну, конечно, два дамага, тем более, что у нас есть. Пфф, наконец-то пришла агрессия ранее, ребята. Наконец-то мы можем что-то заявить. Да вам не в тапке срать. Друид сидит и смотрит. 8-1. Мурлок. Подозрительно. Варлок на мурлоках. Блин, а варлок-то будет только 5-5. Девчонки, это что получается такое? Варлок-то, мурлок-то только 5-5. А дракон 4-6. Не сходится пасьянс. Ну, на тебе по башке. Чё-то рыба-человек даже с прокачкой слабоват.
больно же. Не нравится мне все это. Черт, ну как знал. Как знал, что нужно его убить. Надо в следующей неделе вплотную микрофоном заняться. Никак не решается, куда же сходить в атаку. Да сходи уж куда-нибудь. Знаете, отвлекающий маневр и не более. Потом чищу стол, там тыщ, такие сплы изо всех щелей. Фольгар, надо на деку смотреть, так не скажешь. Черт, рано еще давать. Попробую пока так. Попробую пока подерзить. Там размаха нет. Такое может быть, может. Тут что-то совсем плохими дела. Боюсь, друзья, это 8-2. Знаете, что самое неприятное? Я сейчас даю Незер, и у него на пустой стол стоит существо, это все ГГ. 8-2. Надо 9-ю взять хотя бы.
Zidane versus Thrall. For Doomhammer, your soul shall be mine. I smell blood. Интересно, это мершок есть? Надеюсь, что нет. Чё так мало голды? Ну откуда у меня? Я ж играть не умею. Так, СПД ТТ. Опасная штуковина. Надеюсь, там нет шторма. Хотя даже сейчас шторм меня не очень пугает. Ставит тотем изо всех сил. Неплохо, неплохо. Ой, надо, кажется, убивать. Только чем непонятно. Надеюсь, что малыш у нас останется. Нет, малыш улетел. Ну ладно, он обещал вернуться. Но найдем другого демона еще лучше. Теперь пора набирать карты. Че, грустный такой? Да я не грустный. Ну, два раза подряд проиграл. Чё мне хохотать? Неплохо, волки. О, да ж такие. Так, это пока не актуально. Демон у нас есть? Демон у нас есть. Давайте под шторм уже доставать всякую ересь. Но мы демона качать не будем. У меня там две маны в долг, кстати. Ну теперь я боюсь шторма больше, чем раньше. Бабла нет, паучок мертв. Надо отдать сейчас 3-6 куда-нибудь, чтобы поставить инфернала без... Без... Продолжается. Может, мы наконец-то попадем в чувачка 2-1. А то он лежит тут и пугает меня. Это уже он лебит. Счет 8-2. Он не выдержал, отдал хек в стенку. Стенка с третьего хода стояла. Порола, не выдержал. Так, ну чё, баллиста, куда стреляем? Ага, кому-то смертушка пришла. Он тоже уже не выдержал. Что, баллиста, куда стреляем? Ну ладно. Демона поставим потом. Давайте вторую лягуху показываем. Лорд Лесер говорит «Talk English you» и там дальше ругательство. Странно, пришел чувак на русский стрим и говорит «Talk English». Fuck you! Нормально? А, нет, все равно не получается. О! Сильная карта. Так, давайте-ка подумаем. А, ну нормально, да. Так можно.
Так можно даже и не думать. Рома Киви, сейчас, погоди, Рома занят. Рома девятую победу пытается взять. Ой, давай, 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 я только за. Ну, пожалуйста, ну, пожалуй. Ай, мимо. Ну, ладно, я взял девятую победу. На булку белого от Амусали... Амуласех. Эмиласех. Аму... Аме... Спасибо. На булку белого. Вина. И еще кто-то тоже 30-го прислал без подписи. Видимо, на булку черного. Пока 9-3. Ну, все, нормально. Надо на YouTube заливать. 9-2, пардон. Даже если 9-3, все равно на YouTube. Маг, человек Flamestrike. Малого стоит, это, по-моему, первый маг, я не считал, но, по-моему, первый маг. Или второй, что-то такое. Второй, наверное. Давай, Оракл, давай. Вперед. Не надо стесняться. Покажи свою силушку могутную. Нет, смертокрыл не демон, смертокрыл дракон. Да, ничего так. Уже 8 часов, я уже 4 часа без перерыва стримлю, ребят. Надо будет после арены сделать небольшой перерыв, потом немного... Потом немного. Рубль на Яндекс? От князя? Спасибо, князь. Я так понимаю, ты не очень состоятельный князь. Возможно, твои земли находятся в запустении сейчас. Ой-ой-ой, сейчас попадет. Попал. Круто ты попал. 3-1. Звезда, давай народ удиви. Так, ну хорошо, у меня есть такая штука. Жопка 7. И теоретически можем сюда фаербол получить, да? Дальше баллисту поставлю. Фаербол там еще пингануть надо, а так на пинг маны нет. В атаку пойдешь. Найду гнуми от Алекстразы. 250 рублей. Спасибо, Алекс. Ты где там? Вот этого я раньше не видел. Алекстраза. А то все время наоборот. Что там, фаербол, да, как ожидалось? И нага, да блин. Да блин, да блин. Это не очень хорошо. Я бы сказал, даже это плохо. Так, если поставлю тебя и тебя, херотень выйдет. Хотя нет, я похилюсь. Нет, херотень выйдет, да. Лаки нага, слишком жирно вылезла. Привет, Андрюха. Как твои дела? Nice to see you, Эндрю.
Я шоколадный заяц. Я ласковый мерзавец. У меня нет демона, но он об этом не знает. С другой стороны, там сейчас 7 маны, и вероятно он сейчас даст флеймстрайк и узнает о том, что демона у меня нет. Ой, ну не надо, ну человек флеймстрайк. Давай без флеймстрайков. Умоляю. Это ж сразу 9-3 прямо, не сходя с места будет. Андрей, Антиклей отказалась тебе в гости приезжать? А я не знал, что ты приглашал. Слава богу, что не флеймстрайк. Спасибо, что не флеймстрайк. Так. Интересно, интересно, интересно. Ну хорошо. У меня появился демон. Демон. Грабка стоять не буду, все равно отстрелит и все. Ничего не изменится. Андрей, а я не знал, что Антиклея в гости приглашаешь. Хьюст, у нас проблема. Я даже не знаю, что мне надо топ-декнуть, но что-то надо срочно с этим делать, потому что это просто кирдык какой-то. Так. Окей. Шоколадный заяц. Хилиться-то куда будем? Существо, наверное, хилиться будем. Да, существо. А вдруг там демона нет? Откуда там демон? Это же маг, там понятно нет демона. Я могу дать прокачку сейчас. Ой, оно уже атаковало. Блядь. Блядь, оно уже атаковало. Ой, что-то я совсем отупел. Надо идти кушать. Тупой голодный гном. Тупой, как дрова. Ребята, возможно, я сейчас отдал партию. Я собирался прокачать и убить, чтобы почистить стол вместо хиллера. Но я забыл, что он уже атаковал. И кажется, наш шоколадный заяц обосрался. Так бывает. Да, да, I'm sorry. Конечно, ты sorry. Кажется, кое-кто мог бы и 12-2 сыграть. Но делать все, чтобы сыграть 9-3. Не, ну это все потому, что у него флеймстрайки есть. Конечно, блин, я-то очень хорошо играю, у него флеймстрайки тут, видите? Нечестно. Вот фак. Чё? Сейчас мы ему покажем силушку. Их засосало, опасное сосало. I'm sorry. Sorry. Так, ну что, у меня тут летал, нет? 3, 7, 11. Ну почти, почти. Что-то у них хп многовато как-то. Летало нет, ребята. Так, 10 сейчас беру, то у меня будет 7 и пинг. Как раз летал будет. Ну ничего, это не страшно. Это не страшно. У нас все есть. Его тоже засосало.
Well played, говорит. Так, нужно еще засосать, чтобы... Там новые войска! Два сосалища надо, причем два сразу, чтобы паучка потом... Обломки паука тоже засосать. Черт! Черт, ребята! Львиной жопе от Коляна. 9 рублей. Ну ладно, Колян. Спасибо. Я не знаю, какая львиная жопа. Возможно, это Алекстраза. Она же все-таки кошка. Меня засосало. Опасное сосало. Золотой интерлайс. Ну, как играл, такую карту дали. Ну что, ребята, всего лишь 9-3 мы сыграли мид-арену. Конечно, не 12-0, но и так сойдет. Давайте сейчас сделаем перерыв. Там еще Анна Сагал. Спасибо, совет в ранкинге.